Я рад всех приветствовать. Ролик для подписчика. И вот такой вопрос. Модель вытащена с игры, и вот что с ней происходит. Ctrl-D, вы видите, что ее рвет. Продолжать делать Dynamesh или закрывать вот эти вот пустоты именно в геометрии Modify Topology Close Holes, это не даст никакого результата. Модель надо однозначно уже лечить в NetFab. Даже если вы сейчас что-то с ней сделаете, то у вас, вот посмотрите, какие станут гадкие подсумки, и вот здесь переломы. Ну, словом, модель уже неинтересная. Так, значит так, возвращаемся назад. Опять же, у модели другие оси. Если вы сейчас включите Flour, вы увидите, что вот Flour находится вот под этой ногой. И модель слишком большая для площади, да? Заходим теперь в геометрии. Так, да, в геометрии заходим. Вы видите, что по пределу стоят вот эти ползунки. И давайте уменьшать вот так вот. Модель ушла в этот бок. Вот у нас стоит ось X, да? Ну, здесь давайте в позицию зайдем и попробуем позицию немножко. Так, Ctrl-Z по X исправить. Ну, где-то вот так пока. Вот таким вот образом. Мы посмотрим по Z. Чуть-чуть вот так уберем. Это вот сзади. И теперь надо вот так ее сюда поставить на центр. Иначе мы не сможем с ней уже ничего толком сделать. Ну, опять подгадываем X. Shift, левая кнопка мыши. Все, так оставляем позицию. Но все равно подбарахлит еще модель. Вы видите, что исчезает. Так, что можно еще сделать? Попробуем сайз еще немножко уменьшить. Вот так теперь стало. Вот все, теперь модель работает. Так, что еще? Вот вы когда ведете мышкой на себя, она вся дрожит. Мы сейчас все будем это исправлять. Это у нее проблемы с сеткой. Сетка, вы видите, какая именно треугольники. Попробуем первый способ, модель забросить именно в Sculptris Alpha 6. Sculptris Alpha 6 очень капризна к сетке. И если с моделью что-то не так, она просто покажет ошибка Max 24. Вот, сохраняем теперь, жмем экспорт. Жмем, пишем, допустим, солдат. Ну, сталкер, давайте сталкер. Enter. И давайте ее протестируем в Sculptris Alpha 6. Я люблю это дело. Итак, Sculptris Alpha 6. И попробуем забросить вот этот Ops файл. Жмем New Scene. Он показывает нет. И вот он показывает Max 24. Это уже сетка точная. Не к чертям. Вот такая получается у нас модель. Вот такая у нее сетка. Ну и давайте включим видимость вот этих всех King Holes, триангуляры. Смотрим, что здесь да как. Если мы прибавляем вот эту, это она будет смягчение. Так она будет вот сетка четкая. Так, смотрим, что еще здесь можно сделать. И вот она показывает, что вот эти все порывы, это именно часть развертки. Вот где разворачивается модель. И вот здесь вот именно они развернуты на руках. Вот здесь вот полоса идет. Так, как это все увидеть? Вот сейчас здесь попробуем это все посмотреть. Так, это до конца. Здесь чуть прибавляем. Ну вот, зачем вот эту вот ставить show edges from до конца?
чтобы вот эти все части были именно четко сделаны. Если мы сейчас ее прибавим вот до этого вот размера, допустим, то уже качество будет похуже. Так, ну вот эту вот до конца триангуляр, пусть она четкая будет модель. Ну а эту чуть побольше. Surface Selection и Automatic ставим. Вот она, вы видите, что закрыла именно пустоты, где-то вот полигона не было. Что еще тут у нас высвечивается? Ну, в принципе, ничего, так уплотнила ее. Посмотрим теперь, какое будет качество. Apply Repaired, Remove Out Part. И теперь правой кнопкой мыши экспорт именно формат Opsh. Сохраняем, он сохраняет Stalker и добавляет Repaired, типа леченое. Вот 43 Monifer Edges, оптимизация, экспорт. Ну все, теперь давайте идем в ZBrush опять. Находим импорт и нажимаем теперь сталкер леченый. Вот так вот подставляем. Так, документы немножко я сделаю посветлее. Ну вот теперь все равно она дергается, модель, но это не беда. Главное, чтобы она залетилась. Так, вот такое качество. Ну и давайте попробуем теперь сделать Ctrl-D. Вы видите, все теперь нормально. Вот можно все уплотнять, дорабатывать, уже менять сетку, где-то долепливать. В принципе, модель уже вот выглядит таким образом. Даже сетка не меняет его именно внешнего вида. Также можно DL Lower. Ну и давайте сделаем геометрию и сделаем Modify Topology, так, ZRMesh, и прибавим полигонов. Вот так вот теперь ZRMesh. Немножко ждем. Конечно, модель придется где-то еще подправить что-то. Если вы хотите вот убрать, сделать отдельно одежду, то вам придется, конечно, тоже поработать. Именно полигруппы делать, маскировать, как-то выделять, резать эту модель. Но это уже вы по прошлым роликам, наверное, разберетесь. Я так понимаю, проблема состояла в том, что модель вот не хочет вообще никак себя вести, да? Где-то в таком духе. Вот вы видите, что модель стала лучше, но качество именно вот этих вот сумок именно стало хуже. Но это не беда, можно еще сделать по-другому. Ctrl-Z и предварительно сделать больше, поменять сетку сначала предварительно на DynaMesh. И сделать вот эту резолюцию чуть-чуть побольше. И поставить Project. Ставим DynaMesh. Ждем. Смотрим, что да как пойдет. А потом уже после того, как будет сделано DynaMesh, можно уже сделать поверх ZRMesh. И все должно быть плотное, качественное. Ну вот уже DynaMesh. 190 тысяч полигонов. Вот такая равномерная сетка. Можете теперь взять какую-нибудь кисточку, ну вот Clay Buildup, да? Ну и где-то что-то здесь вот пролепливать, ставить X-симметрию. Вы видите, что чуть-чуть симметрия не совпадает. Модель нужно еще подкорректировать немножко. Ну а так вот можете лепить, что-то добавлять. И потом уже, когда у вас все будет сделано, уже можно сетку чуть-чуть еще уменьшить, это ZRMesh сделать. И чуть-чуть полигонаж еще больше добавить. И жмем ZRMesh. Ну ничего, так прикольно он выглядит. Нормально все. Можно еще Shift-D добавить. Ну, чтобы уже полигонаж с
смотрите, за миллион не рвал. Ну а если вам нужно качественно что-то проработать, поднимите сначала актив points, сколько вам надо, допустим, там 1 миллион полигонов, уже доработайте, а потом сделайте ZRMS, вообще будет нормально, модель будет четко выглядеть. Вот таким вот образом. Так. Ну и хотелось бы вам напомнить именно еще об одной программе. Я о ней тоже показывал. Программа называется Instant Mesh. Здесь она делает автоматически ретопологию. Вот, допустим, у вас есть модель, вы жмете Solve, и она делает вам сейчас именно сетку уже сама. Здесь все выгадывает. Вы делаете именно размер, какой вам надо, чтобы полигонаж какой был. Тут вот все выставляется. Словом, разбирайтесь, смотрите предыдущий ролик, я оставлю ссылки на него. Ну и что, Solve. Нажимаем. И вот вы видите, насколько меняется именно сетка, как все тут выглядит. Вот таким вот образом. Потом, когда все у вас уже сделано, сохраняете вот эту модель поверх на тот файл, который вы загружали, поверх модели, и заменяете его. И все, у вас все работает, экспорт, mesh и так далее. Тут. Словом, тут много всего, посмотрите, разберетесь. Надеюсь, я ответил на вопрос, если да, напишите под роликом. Все, всем пока.